Всем привет! С вами Настя и я. Живу в Израиле. Сегодня я вам покажу историю своей жизни. Ну что ж, поехали. Мы сейчас находимся в каком-то... каньоне Кастро. В каньоне Кастро. И тут на втором этаже расположена комната для день рождения. Очень-очень сильно жарко. И чтобы это исправить, мы идем в Макдональдс за мороженым. Я очень-очень люблю кататься на велосипеде. Но я думаю, что эти велосипеды для меня слишком маленькие. И по пути в Макдональдс мы увидели магазин. И сейчас мы туда пойдем. Подожди, я хочу ту игру, с которой... Шерлок? Хочу в ту игру, которую я сегодня сама... Это... Ты знаешь эту игру? Нет. Что это за игра? Ну, короче, смотри. Есть синие, голубые такие карточки, а есть красные, с коронками, фиолетовые. Фиолетовые по 4 раздаются, а вот эти вот зелененькие, не так лежат. Когда нам выпадает карточка, вот такая вот типа или что-то типа. Корона, да? Ну, короля. Да, короля, что тут внизу что-то написано. То можно взять любую вот такую, чтобы не принцессу, видеть. Принцессу, да. Если попадается этот, если попадается дракон, кто-то должен вернуть свою карту обратно, кто взял. Которые зелья, да. Это можно взять у кого-то карточку из вот этой вот колоды. А рыцарь, это можно побить дракона. То есть, если положить дракона, можно положить рыцаря, и ничего не надо будет возвращать. А вот это вот волшебная палочка, можно делать все, что захочешь, брать сколько карточек захочешь, и все, что захочешь. Ты советуешь? Да, а вот такие вот есть, просто обычные, самые обычные карточки, или там бужьи коровки, собачки, луны, цветочки, там кошечки, еще какие-то там есть. Это самые обычные карты, которыми можно просто играть. Я думала, это сложно. Ты советуешь игру эту? Очень. Посоветую. Я советую эту игру, потому что это очень классная игра. Я сегодня весь урок, который у нас был, играем в игрушки, мы просто, твоя наказа, это игра на двоих. Как она называется? Она? Халомод. Халомод. Хагигима йом улядик. А, еще есть тортики, карточки. Тоже такая. Ну вот и Макдональдс. Сейчас мы будем покупать мороженое. Мы купили 3 мороженого и потратили на него всего лишь 12 шекелей. Приятного аппетита! И всего за одну жвачку 1 шекель. Приближаемся к магазину Урбаникам. Урбаник — это мой самый-самый любимый магазин. Пошлите. На кассу? Сюда.
Что-то... Хорошо, а, все, на попыток. Ну что, вытянула сладость? Две, один шекель, две сладости. Итак, я взяла маму еще один шекель. Итак, теперь мы можем продолжить нашу игру. Вот. Полина два чупа-чупса вытянула. И еще я один вытянула. Так раз мне, тебе и маме. Отлично. Пошлите. Итак, мы поймали три чупа-чупса и теперь идем на эскалатор. Едем к нашей маме, чтобы обрадовать ее нашей добычей. А, да, мы знаем такую игру. Что это за игра? Это получается нужно... Тут нужно будет всякие карточки, все такие вот пинцет будет, такие карточки всякие. Надо будет поставлять все. У него из-за температуры нос будет гореть. Прикольно. Что тут еще есть? Вот я хочу Шерлока. Шерлок — это очень прикольная игра. То есть у тебя, например, вот здесь написано, что у тебя здесь есть много карточек, и ты должен угадать, кто какую карточку сладится. Да, вот, видишь? Сколько стоит? Знаю, это игрушки, не знаю, со скидкой или без скидки. Со скидкой. У меня сейчас цена 64,90, то здесь скидка 20% или 30%. Угу. А, 20% на первую игру и 30% на вторую игру. От цены, то есть 15 шекелей. 20. Ладно, не все. Я тут и страшно.